Молодой мужчина в неглиже, в солнечных очках и с рюкзаком был замечен горожанами в нескольких местах в центральном районе. Как видно на кадрах, прохожие не пытались вразумить нудиста. Сделать это решили полицейские. На улице Чайковского на набережной они его задержали. Мужчина не сопротивлялся, однако что подтолкнуло его к прогулке в таком виде, пока неизвестно. Замечу, что это далеко не единичный случай в Сочи. В последнее время, видимо, способствует теплая погода.